Будьте добры, не мешайте. Что мне все время это эхо попадается? Не знаю, здесь второй жилет. Туда где вечная весна. Стой. Using first aid kit now. А чего молчим? Я просто сижу. На машине тут сижу. Я вижу. Ух ты, нифига себе, вот эта штучка, конечно. А ты не знала про эту штучку? Нет. Я их собирала, но я не знала, для чего они нужны. Chopper there.
О, в здании что-то много оружия. Какого? Ну вот, где я тут бегаю. Ну только тут одной. Тебе бежит. Бот. Опа, 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 опа. Козёл, ХП у меня. На тебе. Помер. Я хилюсь. Патроны забери, вот лежат. Так. Спасибо. Так. Чё там, где машина, которую я стоял? А, вот она. Чё, на дроп полетели? Ой, я вертушку нашла. Да ладно, я тебе ее отмечал 5 минут назад. А что, в Германии лучше жить, чем в России, да? Не знаю, что там нормально. А что, уехали? Я выросла там, но так я больше знаю русский, чем немецкий. Ну это заметно. Ты не будешь улучшаться, нет? Ваш класс, ваш класс был ужас. Ну все, полетели отсюда. Так, что тут гранатомет у нас есть, но мне он не нужен. У меня уже есть один. Airdrop залутали. Неплохо, тут есть Арктика. Была Арктика. Ну, я ее подняла. Да. Уходим. Все, больше дропов нет. Я думал, мне показалось, походу. Ты по кому? Просто так? Да. Ну, чтобы, если что, не заметили. Здесь. Боты. Never mind. Я тебя убил только что. В смысле? Да с твоим скином тип прибежал. А. Ну, бывает что. О, дропчик упал, полетели. Chopper here. Давай на вертолет. У
кого то там серии убийств 10 штук. Это мы вразумились, конечно, жестко. И прям почти ух, покатились. Подожди, подожди, по нам стреляют кто-то. Он даже попадает. Да. На подходе танк. Кто танк заказал? Кого? Ой. Тихо, ух. Тихо, тихо. Так, все надо. Я бегу. Прятаться. А где ж он там сидит, интересно? Это правда где-то? Слышу, да? А, вижу, вот. Вон еще один упал, наверное. Ног на тебе. Убитый. Нашел я его. Только он упал с того места, где мы были. То, точнее, место, куда, где мы были. Нет. А, вижу его напарника. Вот здесь бежит. Хедшот получил. Он, походу, мстить намерен. Бля, он меня завалил. Нифига себе метки такой. Спустишься ко мне, да? Только аккуратно. Манти, 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 манти. Сначала поднять, потом доктора включить. Не забывай. Ты не подняла, а подняла, включай. Есть, минус. Слаженная работа. Вон там бежит один еще. Забегай сюда в здание, я сейчас подхилюсь. Дальше побежим. Ты чё непослушная такая? Говорю, здание сюда забегай. Я только захилился, какого хрена вы стреляете? Я же вертолет забирала, чтобы его никто не взорвал, не забрал. Он нам не нужен уже, зона маленькая. Пока что не нужен, но потом ограничение будет, и он обязательно понадобится. Ограничение по возрасту или какие ограничения? Нет. Ограничение зоны. Ой, танк в сторону нашу едет. У тебя же гранатомет есть. Был, да? Ясно. Был, да всплыл. Пойдем в зону. Ну да, получается, его нет.
Вот, блин, я ж говорю, сдуну. У тебя оригинальная архитектура? Там, где зона заканчивается, там и танк. Души вертолет, привлекаешь внимание сильно. Очень сильно. Ага. Это, конечно, припадает. Меня спалили. Ты где? Полтергейст еще бегает. Все. Нет, не. В смысле? Какой? Он вылез. Мы это, по-моему, уже проходили, да? Угу. Твою ж мать. Один танк остался, да? Понимаю. Еще у него второй где-то есть. Подлуталась? Уходи. Блин, я чуть на него не настряла. Да, это, конечно, полнейшее безумие. Там дебилин. Это на комет не находил. Понимаю. Да в смысле? За что? А, он там внутри. Ничего себе.